Имеется. Новички есть такие, есть в комнате. Подскажите, слышно, видно меня хорошо? Проблем со звуком нет или есть таковые? Потому что было на предыдущем вебинаре. Поначалу звук зашкаливал. Вот. А на позапрошлом вебинаре наоборот. Поначалу было очень тихо. Вот если сейчас все в порядке, просто плюсики поставьте, чтобы я понимал. Либо сделать немножко громче. У нас сегодня с вами 3 декабря. Всех хочу поздравить с наступлением календарной зимы. Это случилось в воскресенье. Ну, у большинства из вас и у нас тоже был выходной день. С приходом зимы начал падать снег. Немножко похолодало. Ну, зима, она и есть зима. И пусть, скажем так, это время года будет для вас счастливым, чистым, да, красивым. Пусть снега будет достаточно. Вот, пусть зима не будет очень злой. Вот. Ну и пусть, наверное, все удачно сложится у нашего проекта, презентация которого, как правило, по понедельникам в 17 часов у нас и происходит. Сегодня мы с вами поговорим кратко о нашем проекте, который в себя включает технологию инновационного транспорта, разработанного Анатолием Эдуардовичем Леницким, да, который в себя включает инвестиционные возможности для каждого нашего потенциального инвестора и партнера. То есть, как правило, на данных вебинарах мы даем информацию, которая дается людям впервые, то есть в первую очередь для тех людей, которые пришли познакомиться с нашим проектом. Как правило, это по рекомендации тех людей, которые уже являются нашими партнерами, либо инвесторами, да. Либо люди нашли информацию в интернете, да, и узнали, что у нас сегодня будет вебинар, ну, пришли послушать. То есть, по сути дела, презентация компании Skyway Capital – это не подробный рассказ обо всем, да, что у нас есть на сегодняшний день, а поверьте, информация – огромный пласт. Да, то есть за фактически скоро будет уже 6 лет, да, существования нашего проекта, действительно объем информации очень большой. А за время, скажем так, реализации самой технологии, которая называется струнный транспорт Леницкого, либо технология Skyway, как это называется с 2013 года, да, то есть сам проект, он, точнее сама технология насчитывает уже более 4 десятков лет. Ну, давайте буквально кратко, с чем мы имеем дело. Итак, друзья, то есть компания Skyway Capital, да, то есть на сегодняшний день это краудфандинговая площадка, задача которой привлечение инвестиций с разных уголков земного шара для реализации технологий под названием Skyway. Skyway – это небесные дороги, это Sky – небо, вы – это путь либо дорога. Транспорт второго уровня, эстакадного типа, вот, у которого есть огромное количество преимуществ по отношению к тем транспортным системам, которые человечество использует на сегодняшний день уже более 100 лет, каждая из них. Всего на сегодняшний день транспортных технологий это 4, да, такие как автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный транспорт. Ну, водному транспорту вообще несколько тысяч лет, потом идет по старшинству железнодорожный, дальше идет автомобильный, ну и потом уже идет авиационный транспорт. Сегодня благодаря всем этим технологиям мы можем покрывать за достаточно короткий промежуток времени, если, например, говорить об авиационном транспорте, большие расстояния, несколько тысяч километров, да, то есть пересекать нашу землю из конца в конец на самолетах дальней авиации. Вот. Когда-то это было невозможно, когда-то люди путешествовали при помощи, скажем так, вьючных животных, гужевых повозок и так далее, но уже более 100 лет по всем этим технологиям, таким как автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт и авиационный в том числе, да, люди используют данные транспортные системы для своих каких-то нужд, для перемещения самих людей по разным вопросам в разные уголки земного шара и перемещения грузов, да, то есть с разных уголков планеты, то есть сейчас глобальный бизнес, и то, что производится, например, в Австралии, через какое-то время появляется на североамериканском континенте и, скажем так, по всему миру. Итак, друзья, как я уже сказал, что история струнных технологий на сегодняшний день насчитывает более 40 лет. Первое упоминание о струнном транспорте – это конец 70-х годов прошлого тысячелетия. Анатолий Эдуардович Леницкий задумывался о технологии неракетного освоения космоса, и частью этой технологии большой, крупный, как говорил Анатолий Эдуардович Леницкий, наш основатель, что он в дальнейшем планирует после реализации струнных технологий и строительства многих миллионов километров дорог по технологии Skyway, да, дальше, скажем так, двигаться в космос и развивать свое общепланетное транспортное средство. Но давайте вернемся, скажем так, с космоса на Землю и то, что есть у нас на сегодняшний день. Транспорт выглядит следующим образом, то есть, как я сказал, это транспорт эстакадного типа, транспортные средства подняты над землей, у него есть целый ряд преимуществ, ну, например, с точки зрения безопасности, да, то есть нет пересечения с другими транспортными средствами, нет перекрестков, да, соответственно, мы можем уйти от такого понятия, как пробка, вот, он экологически чистый, потому что на сегодняшний день те модели, которые используются, которые созданы за, скажем,
промежуток где-то с начала 2016 года и по сегодняшний день, да, они все используют электродвигатели. Разработана собственная линейка электродвигателей, мотор-колесо, да, который разработан специалистами наших конструкторских бюро, находящихся на территории Республики Беларусь. Ну, чтобы, скажем так, не пытаться создать картинку на словах, да, я бы хотел включить видеоролик, который продемонстрирует концепцию струнного транспорта, концепцию транспорта SkyWay, то есть что он из себя представляет и к чему мы двигались, начиная с 2014 года. 2014 год – это момент старта нашего проекта, январь месяц, да, когда, скажем, пришли первые инвестиции, основанные на платформе краудфандинга. Людям были предложены выгодные условия инвестирования денежных средств в развитие нашей технологии с хорошим дисконтом. Был создан 15-этапный план, то есть, как говорит генеральный конструктор, задан вектор развития группы компании SkyWay. Да, и каждый этап, который необходимо было пройти, подразумевал выполнение определенного количества работ, которые приближали нас к моменту демонстрации возможностей технологии SkyWay, сертификации транспортных средств путевой структуры, создания собственного центра сертификации и стандартизации под названием, сейчас это называется, экотехнопарк, да, где можно было демонстрировать потенциальным заказчикам, что из себя представляет данный вид транспорта, и в дальнейшем приступить к строительству дорог в разных уголках земного шара по тем адресным проектам, которые будут возникать по ходу развития и создания нашей технологии. На момент старта проекта в 2014 году у Анатолия Эдуардовича Юницкого уже была, скажем так, возможность продемонстрировать, что из себя представляет струнный транспорт. То есть был период времени с 1 по 9 год, в начале нашего тысячелетия, когда он смог продемонстрировать основную концепцию струнных технологий. То есть была 150-метровая металлическая эстакада в подмосковном городе Озера, по которой перемещался автомобиль ЗИЛ-131 на стальных колесах. То есть основная концепция была продемонстрирована. И можно сказать, что с началом 2000-х годов, да, была продемонстрирована технология струнного транспорта первого поколения. Сейчас мы говорим о четвертом поколении. В дальнейшем речь пойдет уже о пятом поколении транспорта SkyWay. Итак, друзья, как я уже сказал, чтобы не быть голословным, просто сейчас включу ролик, который продемонстрирует концепцию нашего транспорта, и дальше будем двигаться по нашему сегодняшнему вебинару. Комплекс решений SkyWay состоит из транспортных, энергетических, биологических, информационных и логистических технологий, объединенных ради общей цели – создания комфортной и устойчивой среды обитания для человека. В основе подхода SkyWay лежит инновационная транспортная система для пассажирских и грузовых перевозок. Модельный ряд транспортных модулей – включает в себя городские пассажирские и грузовые транспортные средства со скоростью до 150 км в час, а также высокоскоростные аэродинамичные машины, способные разгоняться до 500 км в час. Среди разработанных разновидностей путевой структуры есть дороги разной степени сложности и материалоемкости. Такой подход позволяет подобрать подходящее решение для каждого заказчика в зависимости от стоящих перед транспортным комплексом задач. Все виды дорог могут комбинироваться в соответствии с потребностями. Транспортный комплекс SkyWay способен работать в самых суровых климатических и географических условиях от холодного севера до жарких пустынь и тропиков. Грузовая инфраструктура SkyWay подходит для обслуживания логистических узлов, портовых зон и промышленных центров, а городские и высокоскоростные решения способны перевозить пассажиров как в крупных городах, так и в небольших поселениях. Транспортные комплексы SkyWay могут служить основой для энергетической сети, в рамках которой будет производиться экологически чистое электричество. С помощью мультимодальной системы, основанной на надежных и недорогих струнных дорогах и современных технологиях, SkyWay может решить как локальные задачи, так и глобальные проблемы. И
Итак, друзья, данный ролик продемонстрировал, в принципе, что из себя представляет технология Skyway. Что бы мне хотелось отметить, да, вот все транспортные средства, которые вы сейчас видели в данном видеоролике, это все транспортные средства, которые реально существующие, которые прошли обкатывание. Целый ряд из них прошел сертификацию на территории испытательного полигона, как мы раньше говорили, сейчас это Экотехнопарк, в Республике Беларусь, недалеко от города Марьиногорка. То есть там у нас расположен, скажем так, Экотехнопарк, где и происходит демонстрация возможность технологии Skyway. Ну, в принципе, данный транспорт, как я уже говорил, призван решить целый ряд проблем, которые существуют на сегодняшний день в транспортной отрасли. Это и сильная загазованность и загрязнение атмосферы. Да, это, скажем так, огромное количество пробок. Соответственно, скажем, удлиняется количество времени в пути, когда люди путешествуют с пункта А в пункт Б. Вот такие картины, которые вы видите сейчас на экране, периодически возникают в крупных городах-мегаполисах, особенно это происходит утром и вечером, да, когда люди едут на работу и с работы, либо, например, в конце недели, когда люди начинают выезжать в московском регионе, например, да, на свои дачные участки. То есть вечером дорога длиной там, в 50-70 километров может затягиваться там, на 3-5 часов в зависимости от дорожной ситуации. Вот чтобы этих проблем не возникало, как раз таки и созданы технологии Skyway. Основное производство технологии Skyway, основные, скажем так, производственные площади и научные, наверное, кадры, которые работают в направлении реализации технологий, находятся у нас в Республике Беларусь. Вот сейчас вы видите на своих экранах 4-этажное офисное здание, вчера, кстати, в котором мне довелось побывать. Да, то есть по производственным нуждам вчера был у нас в командировке в городе Минске. Вот. На сегодняшний день у нас более 1000 сотрудников высокой квалификации, то есть люди, которые трудятся во благо реализации технологии Skyway. Люди, получающие приличную зарплату, соответственно, наша компания делает серьезный вклад в развитие экономики такого государства, как Республика Беларусь, которое, в принципе, на сегодняшний день нельзя назвать очень богатым, да, но мы платим официальные налоги, то есть, по сути дела, для Беларуси это тоже серьезно отдушина и возможность привлечения иностранных инвестиций на территорию республики, что тоже очень важно. Что еще хотелось бы отметить, да, то, что на территории Республики Беларусь наше научно-производственное предприятие начало работать в начале лета 2014 года, то есть в 2014 году в июне месяце был только один сотрудник, это Анатолий Дарчевицкий. Около года заняло, скажем так, время с определением участка местности, на котором у нас будет создаваться, как мы тогда называли, полигон, да, либо тестовый участок. 22 июня 2015 года были подписаны документы на выделение в долгосрочную аренду участка земли площадью 36 гектар почти возле города Марьиногорка, где на сегодняшний день реализовано уже 5 рельсструнных эстакад разного типа, да, и их можно приехать посмотреть. Общая протяженность этих эстакад сегодня составляет более 4 километров. Сейчас строится 6-я путевая структура для обкатки испытания более тяжелых транспортных средств в грузовом сегменте транспортном, да, и более, скажем так, больше пассажировместимости в сегменте пассажирских перевозок. А вообще транспорт Skyway, если мы говорим как о транспортной технологии, затрагивает все три наиболее важных сегмента транспортного рынка. Да, это грузовой Skyway, который будет перемещаться со скоростью до 120 км в час и даже более. Да, в чем это может быть перевозка сыпучих грузов, жидкостей, штучных грузов. Сейчас очень активно наши сотрудники работают в направлении реализации создания транспортного средства для перевозки контейнеров. Да, то есть, что сегодня наиболее актуально, кстати. Все больше и больше увеличивается перевозка контейнеров на территории всего земного шара. Далее это городской транспорт Skyway, где скорость транспортных средств может достигать от 50 до 150 км в час по мере надобности, по мере необходимости для конкретного, скажем так, местности, для конкретного города. То есть те характеристики, которые будут заложены в реализацию путевой структуры и транспортных средств, которые будут необходимы в том городе, где будет реализован этот транспорт. И междугородний, международный Skyway, скорость которого будет достигать от 500 и более километров в час. То есть расстояние будет сокращаться значительно и время в пути. То есть от Москвы до Питера можно будет доехать быстрее, чем за 2 часа. Москва-Питер, Москва-Казань, Москва, тот же Минск, например, да, 700 километров где-то по расстоянию. Соответственно, если мы будем перемещаться со скоростью 500 километров в час, ну, плюс там будет пару остановок, в районе там до 2 часов будет транспорт находиться в пути. Ну, практически самолетная скорость. В отличие от того, что нам нужно на самолет, чтобы сесть до того же Минска, долететь, это приехать на один из железнодорожных вокзалов Москвы, доехать на аэроэкспрессе до аэропорта, не позднее, чем за час прибыть, пройти регистрацию, потом посадка,
прилет в тот же город, куда мы летим, дождаться выгрузки багажа, да, потом добраться от этого аэропорта, как правило, большинство аэропортов находится вне границ крупных городов, да, доехать до города, и в среднем это занимает, даже если лету, например, час, час 15, вот, мы еще добавляем где-то в 3 раза больше времени вот, на все подготовительные процедуры для того, чтобы мы могли взлететь и приземлиться, и получить там, сдать свой багаж и так далее. Здесь все гораздо быстрее. Итак, друзья, что мы еще имеем на сегодняшний день? Как я сказал, да, это 5 путевых структур, уже построенных на территории экотехнопарка. Вот, это 11 сертифицированных транспортных средств, это более 10 тысяч квадратных метров производственных площадей. Мы имеем собственные производства на территории Республики Беларусь. Это район города Минска, Шабаны. У нас там буквально недавно была осуществлена приемка нового производственного помещения для крупной узловой сборки транспортных средств. А у нас сейчас возводится еще в 3 где-то километрах от этого места, в деревне Королищевичи, еще одно производственное помещение. У нас есть целый ряд производственных помещений, лабораторий, располагаемых непосредственно на территории экотехнопарка. И, как я говорил, создано несколько уникальных транспортных средств, всего их на сегодняшний день. Да? То есть от легких транспортных средств вместимостью, скажем так, 2 пассажиров, до 48-местного юнибуса городского Берельсова, да, который в этом году был продемонстрирован, точнее продемонстрирован был раньше, а появилась возможность на нем осуществить прокат тех людей, которые были на ежегодном отчетном мероприятии компании перед своими инвесторами под названием «Экофест». Вы знаете, я бы сейчас хотел включить вам, опять же, ролик, который вам продемонстрирует, что из себя представлял когда-то «Экотехнопарк», да, то есть то место, с которого началось строительство нашего центра инновационной технологии недалеко от города Мариногорка. Это бывший танкодром. Как сейчас помню, 17 июля мы были на первых работах на территории данного места, да, то есть это приводили в порядок, убирали хлам, который там валялся. Был субботник. В конце июля были проведены 2015 года первые там изыскательские работы, связанные со взятием проб грунта, залегание грунтовых вод и так далее. Ну и в августе месяце началось строительство экотехнопарка, то есть началось рытье под котлован началось рытье котлована под фундамент первой анкерной опоры. И с чего мы начинали и к чему мы пришли на сегодняшний день, демонстрирует ролик, который я вам хочу сейчас включить, чтобы вы его посмотрели. Говорю, что лучше один раз увидеть, чем долго объяснять, как это было и так далее. Хотя, конечно, эмоции этот ролик вызывает очень много.
Итак, друзья, то есть данный ролик продемонстрировал, да, какая большая работа была проделана на территории нашего экотехнопарка, то есть с чего все началось, с голого участка, на котором была просто бурьян, как говорят, трава там и так далее, да, и до того, что вы увидели на последних кадрах. То есть действительно, в данный ролик, в принципе, вошли и кадры, которые были сняты непосредственно перед, наверное, экофестивалем. Мы видели, да, на одной путевой структуре, когда два юникара шестиместных ехали друг за другом. То есть фактически с нуля за 5 лет была создана вся вот инфраструктура экотехнопарка. Хотя сейчас на территории экотехнопарка продолжают появляться и новые производственные здания, как я вам сказал, лаборатории, вот, которые на сегодняшний день проводятся, в которых проводятся испытания и токосъема, и создание, скажем так, двигателей мотор-колес, и испытания элементов путевой структуры транспорта SkyWay. В 2018 году впервые на мероприятии под названием Экофест, да, в летом прошлого года, мы услышали информацию о том, что наш проект активно начинает развиваться на территории Объединенных Арабских Эмиратов. То есть после мероприятия под названием Future City Show, которое прошло в апреле 2018 года на территории Объединенных Арабских Эмиратов, да, в Дубае, были проведены, наверное, скажем так, ключевые переговоры с арабской стороной о том, что наша технология начинает свое движение по территории Аравийского полуострова, в первую очередь в Объединенных Арабских Эмиратах. Были заключены первые соглашения о реализации создания и строительства, скажем, инновационного центра SkyWay в Эмирате Шарджа. И с осени прошлого года начались активные работы по строительству данного объекта на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Были видеоинтервью Анатолия Дара Чуйницкого, да, где он рассказывал о том, какой объем работы был проделан для того, чтобы все это свершилось. Потом был целый ряд форумов, на которых была продемонстрирована технология SkyWay и в Дубае, и в Абу-Даби, да, то есть и непосредственно в Шардже. Посещения были представители руководства Объединенных Арабских Эмиратов, наших стендов на мероприятиях, которые проходили на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Одно из них, наверное, самое крупное, это Всемирный правительственный форум, который состоялся в феврале месяце. Вот. То есть мы сейчас активно занимаемся тем, что наш проект развивается на территории не только Республики Беларусь, где продолжается развитие нашего проекта, у нас продолжают арендоваться, скажем так, создаваться офисные помещения, потому что, как я уже говорил, сотрудников на сегодняшний день уже свыше 1000 человек, да. У нас, скажем, офисные помещения разбросаны по территории города Минска, есть на проспекте Дзержинского, есть офис, который находится в промышленном районе города Минска, непосредственно возле метро «Тракторный завод», в 3 минутах ходьбы, да. Вот. Есть офис, который находится у нас недалеко от одного из чудес света, как говорят белорусы, национальной библиотеки. Да? Это проспект, когда выезжаешь, скажем так, в сторону Москвы из города Минска. Сейчас я название проспекта забыл. Проспект Победителей, это который идет у нас там, где Минск-арена. Да, здесь проспект Независимости. Таким вот образом. То есть производственные площади растут, количество сотрудников, которых нам необходимо для того, чтобы технология была реализована, тоже увеличивается. И действительно, чтобы, скажем так, создать и продвинуть крупную, как мы говорим, новую инфраструктурную инновационную технологию, нужно большое количество специалистов. И по мере, скажем так, создания объектов на территории Объединенных Арабских Эмиратов, речь идет о том, что компания будет готовить для себя в высших учебных заведениях кадры, необходимые для реализации данной технологии. Ну и буквально короткий ролик я вам хотел продемонстрировать объем производства, который создан на сегодняшний день, то есть то производство, на котором у нас создается сегодня подвижной состав элементы путевой структуры, этот ролик. Вот. И дальше с вами будем двигаться уже, наверное, по информации, что было проделано за 2019 год, потом перейдем уже непосредственно к инвестиционным возможностям, которые предоставляются сейчас. Кстати, вот 2 дня у нас очень напряженной работы для тех людей, которые понимают, что такое переход с этапа на этап. We'll be right back.
В этом ролике увидели производственные площади, которые созданы за тот же промежуток времени, начиная с где-то 2015 года. Да? Ну, первые свои помещения мы получили, по-моему, даже в 2016 году. То есть и за это время мы имеем более 10 тысяч квадратных метров производственных площадей, на которых создаются транспортные средства, элементы путевой структуры SkyWay. Как я уже говорил, мы активно развиваемся на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Да? И я называл ключевым моментом, наверное, вот это Всемирный правительственный форум, на котором была продемонстрирована наша технология. Что еще хотелось бы, наверное, добавить, если вот буквально кратко по истории развития технологий. Начиная с 2016 года, с сентября месяца, это с первой крупной международной транспортной выставки под названием «Иннотранс» 2016, на которой были продемонстрированы первые два транспортных модуля, это двухместный юнибайк и 14-местный юнибус, было порядка двух десятков крупных международных форумов и выставок, да, на которых демонстрировалась технология SkyWay. Помимо всего прочего, проходили различные тематические форумы в разных уголках земного шара, на которых присутствовали специалисты нашей компании, где они делали доклады и информировали присутствующих на данных мероприятиях о том, что на территории Республики Беларусь есть предприятие под названием «Струнные технологии», которое реализует технологию SkyWay. Как поначалу это говорилось, транспорт будущего, сейчас это, в принципе, можно говорить о том, что это транспорт настоящий, потому что, как мы говорили, 11 транспортных модулей уже сегодня существуют, ведутся работы над созданием новых модулей и в грузовом сегменте, и в пассажирском сегменте транспортного рынка. У нас уже на сегодняшний день продемонстрировано рабочем состоянии 400-метровая линия на территории инновационного центра SkyWay в Шарже. Ведутся уже работы, скажем так, на второй путевой структуре, потому что там планируется построить три путевые структуры протяженностью 2,5 километра. Да? В апреле месяце прошлого этого года мы анонсировали то, что наш проект вошел в 6 проектов, которые будут развиваться на территории Эмирата Дубай. Да? И господин Аль Мактум, руководитель Эмирата Дубай, он же премьер-министр, да, страны, подписал, скажем так, красивый буклет, да, то есть дал добро на работу над этими 6 проектами. Цель в Дубае такова, что 25% всего транспорта к 30 году сделать автоматическим, автоматизируем, да, то есть без участия человека, а наша технология как никогда подходит именно под это направление. И планируется проект создания 15-километровой линии с 21 станцией на территории Дубая. То есть работы ведутся, нас очень тепло принимают на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Как я говорил, что есть собственные разработки конструкторов нашей компании. Это целая линейка двигателей мотор-колесо, видите на данном слайде. За последние пару лет, наверное, был целый ряд новостей о тесном сотрудничестве предприятия струнной технологии, которое первым на территории Республики Беларусь стало использовать программное обеспечение индустрии 4.0 французской компании Dassault Systems. И на всех своих форумах специалисты Dassault Systems упоминают то, что компания на территории Республики Беларусь есть предприятие, которое реализует их программное обеспечение в направлении создания транспортной технологии нового поколения. Да? Буквально одна из свежих новостей была, в принципе, на прошлой неделе. И, в принципе, чтобы где-то подвести, да, вот успехи развития технологий за последний год, есть еще один видеоролик, который я бы хотел вам сейчас включить. Это промежуточные итоги этого года. Основные итоги будут подведены где-то в конце декабря. Да? Мы с вами, вот, я думаю, скоро узнаем из доклада, может быть, Анатолия Эдуардовича, да, либо из какого-то видеоролика, либо интервью, то есть основные итоги нашего проекта. Ну а сейчас я хотел бы вам включить видеоролик о промежуточных итогах развития нашей компании в 2019 году. Зачем нужны инновации? Инновации помогают найти новый взгляд на проблему и сделать жизнь людей комфортнее. Масштабные незаметные технологические открытия влияют на развитие целых цивилизаций. Первые корабли, паровой двигатель, освоение космоса. Некоторые открытия навсегда изменили отношение людей к миру. В 21 веке жизнь людей способен изменить проект SkyWay. Почти никто не слышал о струнном транспорте в 2014 году. Сегодня в проект SkyWay инвестировали сотни тысяч людей из 200 стран мира. Струнный транспорт показали на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. 34 международные делегации из чиновников, ученых и предпринимателей посетили центр испытания SkyWay в Беларуси.
2019 год стал для Skyway годом достижений, которые определят направление его развития на десятилетия вперед. Так, в феврале этого года струнный транспорт представили на Всемирном правительственном саммите в Дубае, где ежегодно выступают представители науки, политики и искусства от Барака Обамы до Илона Маска. На мероприятии Министерство транспорта Дубая показало Dubai SkyPods – проект автономного струнного транспорта для системы городских пассажирских перевозок Дубая. Во время саммита транспорт Skyway оценил эмир Дубая, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед ибн Рашид Аль-Мактум. Параллельно дубайскому саммиту в Эмирате Шарджа началось строительство испытательного центра Skyway для климатических условий Ближнего Востока. На 25 гектарах в течение нескольких лет построят 4 струнные трассы, исследовательские лаборатории и центр подготовки специалистов по струнным технологиям. Это место станет отправной точкой развития международных проектов Skyway на Ближнем Востоке. Всего через 2 месяца после начала саммита правитель Дубая утвердил проект 15-километровой трассы Skyway в самом центре города. Струнный транспорт на этом маршруте сможет перевозить 8500 пассажиров в час. Утверждение этого проекта стало первым масштабным доказательством коммерческого потенциала технологии струнного транспорта. Не менее насыщенным оказалось лето этого года. В начале сезона была запущена блокчейн-платформа Skyway, которая в будущем станет системой сбора данных, управления и расчетов внутри глобальной транспортной сети Skyway. Десятки тысяч инвесторов уже смогли обменять часть своих долей на токены блокчейн-платформы Skyway и получили для себя новый финансовый актив. Также в начале лета проект Skyway включили в число экспертов ООН по программе «Цели в области устойчивого развития», которая направлена на улучшение благосостояния и защиты планеты от негативного влияния человека. Организация Объединенных Наций и основатель проекта Skyway Анатолий Юницкий сотрудничают с 1998 года. С тех пор белорусский инженер дважды получал гранты ООН на реализацию проектов, связанных со струнным транспортом. Главным событием лета стала ежегодная презентация струнных технологий в центре испытаний Skyway в Мариной Горке. На мероприятии инвесторам впервые показали тестовую версию высокоскоростного транспорта Skyway, который в будущем сможет разгоняться до 500 км в час. По традиции на презентации выступил основатель проекта Skyway Анатолий Юницкий. Он отметил достижения проекта ВОАЭ, рост числа работников струнного транспорта и поделился планами на будущий год. Гостями мероприятия в этом году стали более 5000 человек, а репортажи о нем вышли на крупных международных СМИ, таких как российский федеральный телеканал РБК. В начале осени из Беларуси в ОАЭ отправится тропический юникар для участия в запуске первой линии струнного транспорта в центре испытаний Skyway в Эмирате Шарджа. Саму транспортную линию запустили в конце октября. Открытие первой линии в ОАЭ посетил эмир Шарджи, султан бин Мухаммад Аль-Касими и крупнейшие чиновники региона. Эмир благословил начало работы первой струнной трассы на Ближнем Востоке и пообщался с основателем проекта Skyway Анатолием Юницким о перспективах будущего сотрудничества. Это событие освещали государственные СМИ Эмирата «Шарджа-24» и «Шарджа-ТВ». Первый в истории струнный транспорт поехал по трассе в Беларуси через 2 года после начала строительства центра испытаний. В ОАЭ на это ушло 8 месяцев. В следующем году Skyway ожидают новые достижения. Развитие трасс в испытательном центре в Шардже, струнный транспорт на выставке Экспо-2020 и многое другое. С каждым годом масштаб проекта Skyway становится все больше. Больше инвесторов, больше проектов, больше партнеров и инженеров. Каждый, кто делает свой вклад в развитие струнных технологий, становится частью истории. Истории чистой планеты и безопасного передвижения. Для инвесторов и партнеров проекта Skyway это возможность объединить мир. Объединить для лучшего будущего, которое мы приближаем вместе. Итак, друзья, таковы итоги работы нашей компании за 2019 год. Я думаю, еще какие-то, скажем так, важные моменты за декабрь месяц мы узнаем с вами в ближайшее время. Ну, важно отметить следующее, действительно, то, о чем мне было сказано в ролике, да, то есть более 30 международных делегаций посетили за
период времени, где-то с 2016 года по сегодняшний день территория технопарка наших производств, да, то есть они знакомились с технологией и разносили эту информацию практически в разные уголки земного шара, потому что вы видите карту, да, то есть у нас были представители из стран Северной Америки, Южной Америки, африканских стран, Юго-Восточной Азии, Австралии, ну, соответственно, страны, которые находятся на континенте Евразии. То есть делегации разного уровня, представители, скажем так, муниципалитетов, представители транспортных каких-то структур, целого ряда стран и государств. Что хотелось бы еще отметить, да, то, что на сегодняшний день у нас инвесторы находятся в разных уголках земного шара, сегодня их несколько сотен тысяч, да, и с 200 стран и территорий мира, да, которые смогли стать совладельцами технологий. Что это им дает? Я вам говорил, что наш проект стартовал в 2014 году. И те люди, которые проинвестировали свои денежные средства, кто-то больше, кто-то меньше, стали владельцами долей. Да? На эти доли в будущем, в момент монетизации этих долей, можно сделать следующие шаги. Перепродать, потому что это будут как действующие акции. Да? Либо, скажем так, ждать дохода от части прибыли компании, которая будет распределяться между владельцами акций, это можно назвать дивидендами, да, потому что в меморандуме нашей компании записано, что не менее 20% от прибыли компании будет распределяться между теми людьми, которые поддержали нашу технологию на начальном этапе развития. Начальный этап развития – это вот те самые 15 этапов. Сегодня мы уверенно двигаемся к окончанию 13 этапа развития, то есть тот объем работ, тот объем инвестиций, который необходимо было привлечь для реализации технологии. Все это было сделано, да, и 5 числа, через 2 дня и несколько часов осталось до перехода на 14 этап развития группы компании Skyway. Это тот момент, когда любой человек может зайти на наш сайт, зарегистрироваться на нем, да, получить в свое распоряжение личный кабинет партнера, точнее инвестора компании Skyway Capital, разобраться в той информации, которая отражена в личном кабинете, задать вопросы службе технической поддержки на сайте, окошко, которое есть как на сайте, так и внутри личного кабинета, касаемо развития технологий проекта и возможности, как стать, точнее, и тех возможностей, благодаря которым можно стать инвестором в нашем проекте, да, то есть какие шаги нужно предпринять. Вот. И выбрав все пакет из тех, что на сегодняшний день есть в личном кабинете, а у нас сегодня есть возможность приобрести пакеты долей стоимостью от 15 долларов до 150 тысяч долларов с разным уровнем доходности, с разным дисконтом. Соответственно, на небольших пакетах дисконт начинается от 14, да, на пакете, который стоит 15 долларов. На пакете в 150 тысяч долларов уровень доходности либо дисконт составляет 60 раз. То есть ваши денежные средства в случае успешной реализации проекта, мы уже к этому близки достаточно, да, подобрались по сравнению с тем, что было в 2014 году, ваши денежные средства могут быть приумножены в 60 раз. Ну, в принципе, аналогов такому бизнесу, наверное, сегодня и нет. Вот. На 14 этапе дисконты будут снижены. Как? Я думаю, через пару-тройку дней вы все увидите, да, сколько процентов будет снижен дисконт на каждом из пакетов долей. За те же деньги просто можно будет приобрести меньшее количество долей. И так происходило на протяжении всех предыдущих переходов с этапа на этап. То есть уровень риска для инвесторов, для людей, которые готовы были вложить свои денежные средства, становился все ниже. Нам на каждом этапе было что продемонстрировать все больше и больше, да. То, чего мы достигли на сегодняшний день, в принципе, увидели на сегодняшнем вебинаре в тех видеоматериалах, о которых я вам говорил. Итак, друзья, любой человек сегодня имеет возможность зарегистрироваться внутри личного кабинета компании Skyway Capital, пройти процедуру, скажем так, подтверждения своей регистрации, верифицироваться, что очень важно. После этого ему будет предоставлена возможность приобрести любой из пакетов, которые есть внутри личного кабинета. Есть две стратегии, которым вы можете следовать. Разовые пакеты вы можете купить там от 15 долларов, как я сказал, и больше, да. Либо пакеты в рассрочку. То есть у нас есть целая, скажем так, линейка рассрочек. Вот есть рассрочки, которые люди у нас оформляют на несовершеннолетних, то есть чтобы они по исполнению, скажем так, 18 лет получили в руках, ну, довольно солидные на тот момент уже деньги, да, наверное, будем говорить так, либо пакет долей. Вот. Вам выбирать самим, то есть какие шаги предпринять. Любой человек, который становится инвестором в нашем проекте, у него еще предоставляется одна замечательная возможность. Он может стать активным партнером по развитию, скажем так, бизнеса вместе с компанией Skyway Capital. То есть для того, чтобы стать активным партнером, для того, чтобы, скажем, еще создавать свой собственный бизнес и получать доход в виде части денег, которые вы и ваша структура могут привлекать в реализацию технологии, да,
необходимо еще подписать партнерское соглашение внутри личного кабинета. С ним можно ознакомиться, если оно вас устраивает. Если это не идет вразрез с какими-то вашими моральными принципами и устоями, да, если вы человек, который, разобравшись, поняли, что вам это подходит, и вы легко делитесь информацией, то, что подходит вам, с теми, кто вас окружает, соответственно, у вас есть возможность создать свой собственный бизнес. Причем его можно создавать посредством тех мероприятий, которые у нас проходят в интернете, либо живых мероприятий, список которых вы можете найти на сайте нашей компании, либо внутри личного кабинета. У нас есть раздел «События», где у нас есть два подпункта. Это офлайн мероприятия, которые проходят, скажем так, в десятках городов, да, и стран мира каждый месяц, с указанием адреса, фамилии ведущих, и некоторые, скажем так, информация дается даже телефон этих людей, которые будут проводить презентацию. То есть вы можете пригласить своих друзей, знакомых, которые проживают в тех регионах, на мероприятия, где им дадут квалифицированную информацию, они получат свои ответы, и благодаря вашей реферальной ссылке эти люди могут стать вашими партнерами. Вот. У нас есть онлайн-мероприятие, которое позволяет вам развивать этот бизнес через интернет, и люди, которые находятся, опять же, в разных уголках земного шара, могут прослушать информацию о технологии на своем родном языке. Тоже у нас порядка десятка языков, да, на которых проводятся онлайн-мероприятия, где рассказываются технологии Skyway. Еще раз напоминаю, что у нас осталось 2 дня до перехода на 14-й этап, и вот уже, скажем так, вопросы, которые я видел в соцсетях, которые задавали, да, когда будет закрытие 14-го этапа. Коллеги, давайте так подойдем. Мы на 14-й этап только переходим. Я могу сейчас, скажем, озвучить много предположений, да, что необходимо проделать, и тогда мы там с вами будем переходить на 15-й этап и так далее, и так далее. Давайте будем двигаться, как говорится, поступательно. Давайте мы перейдем на 14-й этап. Своими глазами, ушами увидим, да, те события, которые могут произойти в ближайшее время. Они могут быть разные. Я надеюсь на положительные события. Возможно, 14-й этап будет коротким. Я не могу точно утверждать, но как будет развиваться наша технология на территории Объединенных Арабских Эмиратов и не только, от этого зависит скорость, скажем так, перехода на 15-й этап там, и закрытие возможности инвестирования в технологию на вот тех самых, как мы говорим, ранних этапах с 15-й этап. Да? То есть, когда будет закрыта возможность стать совладельцем пакетов «Долей», ну, в том формате, который есть сегодня, я тоже вам ни даты, ни месяца назвать не могу. Важно понимать следующее. Кто становится совладельцем технологии, соинвестором нашего проекта до закрытия 15-го этапа, у того в дальнейшем есть возможность получать доход на те доли, которыми вы будете владеть, с каждого адресного проекта, где будет реализована технология Skyway. Я фактически на сегодняшнем мероприятии ничего не говорил про блокчейн-платформу и так далее. Кратко вы получили информацию из видеоролика. Сегодня технология блокчейна, она все более прочно входит в жизнь людей. Да, то есть банковскую структуру, я знаю, там структуры, да, то есть все большее количество банков начинает использовать данную технологию в своем документообороте там, и так далее. Страховой бизнес и много-много, скажем так, других направлений. Данная технология, точнее технология блокчейна, будет задействована в реализации технологии под названием Transnet по всему миру. То есть на платформе данной технологии будет, скажем так, осуществляться и перемещение транспорта, и распределение информации о движении транспортных средств, раскладка денежных средств по карманам тех, кто принимает участие в реализации технологии Skyway там, и так далее, и так далее, и так далее. Все это сейчас находится в разработке, над этим работают специалисты. И, я думаю, недалек тот час, когда это все начнет реализовываться и приносить доход каждому, кто стал совладельцем данной технологии. Итак, друзья, один вопрос я озвучил, когда будет закрытие 14-го этапа. То есть я вам ответить на это не могу. Вот, да. Есть еще вопрос, какая самая большая скорость транспорта на сегодняшний день? Вот, насколько я знаю, да, вот на территории экотехнопарка испытанное транспортное средство, Юнибайк, был разогнан до 102 км в час. То есть на том километровом участке, который у нас был, даже не километровый, там, по-моему, 900 метров длиной, вот, там был разогнан Юнибайк до скорости 102 км в час. Потенциал, как я вам говорил, да, в городском режиме до 150 км в час скорость. И вот этот высокоскоростной модуль, который был впервые продемонстрирован в 2018 году на мероприятии под названием «Монотранс». Те, кто был на территории экофестиваля в этом году, видели, скажем так, ну, что аналог, да, этого транспортного средства, как его называют еще мулом, был осуществлен первый прокат именно во время экофеста по путевой структуре Skyway. Сейчас испытывают там этакосъем и так далее, и так далее. То есть все эти работы ведутся. И потенциальная скорость, которая заложена в транспортном средстве, это 500 км в час и более.
7 декабря в Москве пройдет форум. Те, кто далеко от Москвы и не может присутствовать, предлагают подключиться к онлайн-трансляции. Где можно подключиться? Знаете, Таисия, я затрудняюсь сейчас ответить вам, о каком форуме идет речь. Да? Я знаю, что специалисты нашей компании будут принимать участие в форуме, по-моему, Private Money этого года. Будет ли онлайн-трансляция осуществляться, я вам сейчас не готов ответить. Да, в принципе, часть, наверное, вопросов, касаемых данного мероприятия, как раз-таки я закрывал вчера в городе Минске. Я вам одно хочу сказать. Следите за новостями. Да, то есть, если у нас будет такая возможность, и речь идет именно об этом форуме, да, соответственно, если будет организована онлайн-трансляция, в новостях, как минимум, внутри личного кабинета и в соцсетях появится информация, как вы можете этот форум посмотреть. Вообще, конечно, это форум, по идее, платный. Зал вы точно не увидите, да, потому что стенд у нас будет находиться в коридоре наверняка, да, потому что в зале будут выступать спикеры, там будут наверняка и иностранцы, там будет даваться информация о инвестиционных стратегиях, которые будут людям предлагаться, да, двигаться в направлении увеличения собственного капитала и так далее. Ну и в фойе будет находиться наш стенд, где гостей данного мероприятия будем знакомить с информацией о развитии нашего проекта. Вот таким вот образом. Поэтому будет ли прямая трансляция, я говорю, форумы, наверное, точно не дадут. Он платный, он стоит недешево, да, такие форумы. Вот. Мы просто выступаем как информационные партнеры, соответственно, нам предоставлена возможность разместить свой стенд, как это было, в принципе, в прошлом году. Так, какие еще, коллеги, вопросы есть? Про скорость ответили. Так, друзья, если больше вопросов нет, ну, наверное, еще раз хочу пожелать вам отличной зимы, которая началась совсем недавно, да? Вот. Пусть это времени года будет у вас красивым, интересным, продуктивным. Вот. Скоро Новый год, да? То есть то время, когда можно загадывать желания, ставить елки, печь какие-то пироги, делать салат оливье, да, и так далее, и так далее. Кто-то любит действовать в это время, то есть я вам желаю, чтобы мечты, которые у вас есть, начали реализовываться уже сейчас, не дожидаясь 1 января, да, 31 декабря. Вот. Ну и всем желаю успехов в развитии нашей технологии, если вы в этом заинтересованы. Будет двигаться технология, будет успех у нас всех с вами. Вот таким вот образом. Я на этом буду заканчивать. Следующий понедельник это у нас будет, какое число, 11, да, то есть мы с вами встретимся вновь. Вот. Поговорим о тех новостях, которые будут на тот момент. У нас уже поменяется, возможно, да, потому что мы переходим 5 числа на новый этап развития. Точно поменяются пакеты внутри личного кабинета. То есть у вас, возможно, будут какие-то вопросы, возникшие по ходу перехода нашего на 14 этап. Да, то есть все это можно будет через неделю. Я же вас на этом оставляю. Здоровья, любви и денег. И до новых встреч на наших мероприятиях. Спасибо за внимание.